Добрый вечер. 28 ноября 2020 года в районе 11.50 произошло ДТП. Я попала в ДТП на машине Citroёn C4, госномер N160 МА. У меня въехал автомобиль Toyota с госномером К-482-ВУ-136. Двигалась я со стороны памятника Славы в сторону торгового центра Московский проспект. И ДТП произошло в районе кафе «Рай». Я остановила свое автотранспортное средство, включила аварийную сигнализацию. Вот, и выбежал молодой человек с Тойотой и кричал: «Вот, посмотрите, меня там подрезали». Но я никого не видела, чтобы его там кто-то подрезал. В общем, в результате мое автотранспортное средство пострадало. Вызвали сотрудников ДПС, приезжало 4 машины. В течение там 2 часов никак не могли определиться, к какому району относится, кто виноват. В результате нас отправили на дознание, хотя все очевидно. В результате я вот на самом деле, ну, конечно, надеюсь, что все будет хорошо. Я уверена на все 100%, что я права и человек виновен. Вот. Но 5% я оставляю на коррупции и связи. В общем, буду ждать вызова теперь к дознавателю. Если что, буду, наверное, привлекать адвоката. Начинается.